прошу прощения, на Фабрегаса, а затем уже Хави сыграл на Дани Алвеса. Хави нашел лазейку, пас на Алвеса, и удар головой Неймара, 1-1! 1-1, Неймар становится спасителем Барселоны! Дани Алвес, два партнера по сборной Бразилии, сумели соорудить голевую комбинацию, и Неймар открывает счет своим забитым мячам за Барселону. Еще раз смотрим за передачей Хави на Дани Алвеса, и не успел Хуан Фран отойти назад. Буквально шага ему не хватило для того, чтобы достать до этой подачи Дани Алвеса. Ну и как же все великолепно Неймар исполнил, замыкал, причем зряче замыкал в ближний угол ворот Тибо Куртуа. Здесь голкипер, возможно, также мог команду спасти. И эмоции Херардо Мартино. Как он отреагировал на гол Неймара? Довольно сдержанно. Так, вы знаете, Гус Хидинг праздновал мячи. Хотя нет, я думаю, что поэмоциональнее Хидинг праздновал мячи нашей сборной на Евро 2008 года. Но в целом эмоции похожи. Арда Туран несется вперед, и передача на Давида Вилью.